Прадстаўнікі смаленскай метраполіі наведалі Магілёў і разам са святарамі Магілёўскай епархіі адслужылі малебен у Трохсвяцітельскім саборы. Падзея прымеркавана да стагоддзя з дня знаходжання абраза Божай Маці дзяржаўная. Таксама яны наведалі міжнародную фотавыставу праваслаўных храмаў, што ладзілася ў абласной бібліятэцы імя Леніна. Больш за 50 фотаздымкаў храмаў, якія стаяць у гарадах Паднепроўя, Расіі, Беларусі, Украіны. Гэта сумесны культурна-асветніцкі праект Смаленскай метраполіі і беларускага экзархата. Выстава экспанавалася ў Магілёве ў абласной бібліятэцы і карысталася папулярнасцю. Вот эта выставка рассказывает самое главное о нашей святой вере, о том, что без веры мы ничто, мы не народ, мы толпа. 100 гадоў таму, калі пачаліся ганенні на царкву, быў знойдзены абраз Божай Маці дзяржаўнай. Менавіта да гэтай падзеі прымеркавала сустрэчу духавенства Магілёўскай і Смаленскай абласцей. Мы маліліся дзяржаўнай іконе Божай Матері о том, чтобы наши славянскія братскія народы жылі всегда вместе, в дружбе, в союзе і любві. Для того, чтобы никогда не могли повторіцца события столетней давности. Это как ступень к сотрудничеству, к взаимному отношению наших братских народов, наших приграничных епархий. И чем ближе мы будем и чаще сотрудничать, тем больше пользы будет для нашего общества, для нашего народа. Фотоэкспозицию подтримливая выстава книг с фондов областной библиотеки. Мы стали получать литературу, которая издается нашим белорусским экзархатом и православными издательствами России. Если это храм Казанской иконы Божьей Матери, мы поставили литературу, где можно было об этом почитать. Если это храм Николая Угодника, мы поставили книгу, где можно было почитать о святом Николае. Гости выставы сошлись у меркования, что такие экспозиции развивают культурное супрацовництво и допомагают умацаванию сябровства славянских народов. Татьяна Сергеевич, Дзянис Бутылін, новини региона.